Что вы вырываете все вот это? Вы научились обманывать. Я знаю, почему вы и страдаете, почему вас там загнали в той комнате. Потому что вы продались. Нет ни одного канала, нет ни одной радиостанции, нет ничего, чтобы не было продано и куплено. Вас купили с потрохами. И поэтому так вам и надо. Да, что, уже не работает у вас микрофон, да? Все, уже правда ушла? Если она ушла, да? Все, уже вас это не интересует? Нет, не интересует. Ну да, потому что вы проданы, куплены. И вы знаете, кем и как. И поэтому вы это и заслуживаете, чтобы вы там сидели в том сортире. Domn Voronin, dacă să nu mai apară întrebări, dumneavoastră vă simțiți bine, sunteți sănătos, confirmați-ne ca să fim și noi mai liniștiți. Noi, pentru a confirma cum, rămâneam întâi, pentru toată lumea. Ce mecanism de confirmare? Păi să ne spuneți, fiindcă au fost foarte multe speculații și vrem să ne spuneți dumneavoastră care este adevărul. Eu vă spun, văd că scați vă la toate prostiile.